Всем привет! Сайт dompряж.ru. Сегодня показываю не только итальянскую пряжу, которая есть у нас в наличии, но и в данном случае турецкую пряжу. Показываю вам два варианта. Начнем с первого. Это у нас хлопок с акрилом. Артикул Cotton Gold. Что хочу сказать? Свои впечатления. Ниточка очень понравилась. Тактильно приятная. Вяжется легко. Фактура нити хорошая, такая крутка. Как видите, вот она такая винтовая. Мне очень нравится. Здесь в составе у нас, показываю, 55% хлопка, 45% акрила. 330 метров в 100 граммах. Вот я связала образец. Он уже после ВТО. Мне все понравилось. Он довольно хорошо себя ведет после ВТО. Не уплотнился, не сел в моем случае. Хорошая обычная нить, вполне себе достойная для летних вещей. Ну, а те, кто любит хлопок зимой, тоже можно связать тонкое базовое изделие. Я связала косичку, связала узор с дырочками. И вот получилось, что все хорошо держит. Пряжа мягкая, вполне себе подойдет для деток. Вот даже на этикетке нарисовано. И нарисованы игрушечки детские. Посмотреть можно у нас на сайте в разделе «Мотки». Вторая пряжа, которую хочу вам показать, это у нас артикул «Натурали». Шерсть с хлопком. 60% шерсти, 40% хлопка. Тот, кто покупал у нас пряжу «Горзат», вот они очень похожи. Только на мой взгляд «Горзата» все-таки поприятнее, все-таки мягче. Там по-другому структура ворса. Здесь структура ворса, как видите, типична, как у махера. Вот на хлопковой нити намотана эта шерсть. Что хочу сказать. Пряжа по-своему хороша. На каждый товар найдется свой покупатель. Это пряжа из раздела, как я говорю, для здоровья в каком плане? Для улучшения микроциркуляции кожи. Не могу сказать, что она супер-пупер колючая, но не мягкая совершенно точно. Один момент. Все-таки я разделяю колючая, не колючая, мягкая и жесткая. Она мягкая, вот видите, хорошо драпируется, но она колет. Не сильно, но колет. По моим ощущениям, все-таки это как обычная шерсть. Только обычная шерсть без ворсов, а здесь получается вот с таким вот ворсом. Как спушенная шерсть. Поэтому эту пряжу я бы использовала только на верхние изделия. Допустим, кардиган, который можно одеть на водолазку. В этом плане это будет хороший вариант. Ну а если вы любите микромассаж, то на майку будет вам микромассаж. Мое впечатление тактильное именно такое. Цвет приятный, спокойный такой, розовый, не кричащий. Можно использовать, как говорится, по вашему усмотрению, на вот именно верхние изделия. Тоже можно посмотреть у нас на сайте в разделе «Мотки».